И всем привет, с вами Каиса, и я продолжаю свои циклы по классической серии Tomb Raider, осмотр различных демо, альфа и бета версий, и у нас Tomb Raider 3. Демо-версия, датированная от 14 сентября 98 года. Тут у нас есть третий Гекс даже на этом диске. Ну и некоторые другие игрушки. Так, но нас интересует Tomb Raider 3. Все верно. Ага, тут у нас такая вот объясняет нам. А что, я могу изменить что-то? Да вроде не могу. Ну ладно, идем вперед. Какой-то из уровней Tomb Raider 3. Демо-версия. Сейчас узнаем. Заставка отличается. Да, вот 98 год, core design, все права защищены. Так. Ага, это зона 51. Кстати говоря, тут аптечка. Select это инвентарь, статистика. Зона 51. Есть small medipack. Так, громкость могу прибавить? Могу. Так, что еще тут есть? Exit demo? Нет. Есть пауза. Другие звуки ползания. Обратите внимание. Так, а чё у меня? Немного неудобно. Ускорение на L2, а ползать на R2. Ну ладно. Так, это ходьба. Ходьба вправо, ходьба влево. Осмотр. Так, кувырок. Оружия нет, мы заперты в камере, да? Я вот не помню, по-моему, вот этой конструкции не было в финальной версии. В камере у Лары. Опа, тут какая-то решетка, что ли, есть? Забавно, тут есть решетка. Лара не может ее открыть, что ли? Блин, я плохо вижу тут вообще, блин. Так темно. Ну ладно. Давайте возьмем аптечку. Мы открыли камеру. Отвали. Отвали. Звуки другие у Лары. Обратите внимание. Так, я вообще откуда-то в другом, я каком-то месте заперт сейчас. Я что-то не помню этого места. Мужик, отвали от меня. Не домогайся до меня. Слышь ты? Армори, армори. Так, тут мои пистолеты. А, я помню это место в игре. О! Почему? Вот. Какой козел убрал? Вот это вот. Ну почему, товарищи разработчики? Ну почему вы убрали анимацию взятия предмета? Вот. Из третьей части Tomb Raider. Ну что вам, сложно было, что ли? Это же это же, блин, это вообще классная штука. Ты видишь, что ты подбираешь, а не просто подобрал и все. Нет, зачем-то убрали. Так, а чё я тут заперт, что ли? Интересно, а как мне выйти? А, дверь открывается. Тут есть кнопка. Армори, да, я вспомнил это место. Я вспомнил это место, только тут было все
по-другому, на самом деле. Я не сидел, не здесь я сидел, в камере совсем. Вот в Армуре, я помню, тут была такая панелька, если бы он нажал, то здесь были бы лазеры. Да, вот тут была вот эта решетка. Давайте нажмем на кнопку. Так, кстати. Пистолеты у нас так и называются. Пистолеты. Нажимаем на кнопку. Звук кнопки, по-моему, какой-то другой он. Так, что тут сейчас? Лазеры, да? Или нет? А, нет. Тут лазеров. Лазеры впереди. А тут у нас куча вкусняшек. Маленькая аптечка. Вот. Ну вот что было? Вот зачем вот было убирать вот эту анимацию, которая со второй части так хорошо пошла? Блин, вот. Жирный минус разработчикам, что они так убрали вот эту анимацию. Что плохого в этой анимации, вот скажите. Так, тут ракета. А это что за штука? Так, ну идем дальше. Я не знаю, как долго будет уровень, но тут уже лазеры. Действительно. Тут лучше ползти. Так, а у меня есть, да, флееры? Давай, Лара, ползи, блин. А чё у меня? Не, у меня ХП есть, только чё-то они меня не достали. Так, мы берем здесь большую аптечку. Тут какой-то люк в полу. Его никак нельзя открыть. Понятно, значит, нам на лестницу бежать. Так, сейчас дождемся вновь лазеры. Так, ждем и ныряем быстро, 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 быстро. Так, теперь нам надо на эту лестницу. Быстро. Окей, мы вылезли отсюда. Что у нас здесь? Так, взбираемся выше. Так, и там у нас что-то есть. Тут ходит мужик. Я вот думаю, чтобы он меня не спалил, наверное, лучше. Так, я его завалил. А, да, тут нет никаких кнопок тревоги. Вот здесь сидел, ну, заключенный вроде был раньше. Давайте опустим рычаг. А, вот. Он совсем по-другому, кстати, вроде выглядит даже. Мы его освободили. Так, маленькая аптечка. Классно. Так, а тут дверь. Ну, дверь закрыта определенно. Так, как ты выглядишь, мужик? Он показывает дорогу немного, да? Так, вот тут я помню, надо
вот в эту дырочку ползти, потому что там у нас пулеметы. Зеленые лазеры, которые активируют пулеметы. Так, а что у нас здесь? Опять пистолеты? Зачем? Зачем-то два раза мне дали пистолеты? Так, тут флееры. Не будем их жалеть. Так, и ползем дальше. Вот тут пулеметы как раз-таки. И они активируются, если я пробежал бы тут. Так, тут у нас что? Ага, там мужик стоит. А вот тут была, кстати, дверка, он мог ее открыть, по-моему, и тут что-то было бы. А вот там, я помню, точно был стелс. Да, вон там ходит чайник внизу. Так, а у мужиков что-то есть? Или нету? Опа, тут был рычаг. Вот такого я не помню. А, или был рычаг? Был. Вау, вау, вау. Черт, надо подлечиться. Иначе сейчас завалят. Эх. Тут в финальной версии, если бы меня спалили, были бы собаки. Но тут, видимо, еще не придумали эту секретку. Так, берем еще одну ракету, находим. Что у нас здесь? Ага. Так, вроде здесь было место, где можно ползти. Где ты? Так, тут у нас дробовик. Ну, давайте из дробовика попробуем постреляем. Заценим, так сказать. Тут есть патроны для него. Окей. Окей. Туда я не попаду. Так, мне кажется, тут был лаз еще. Вот здесь вот. Да, тут точно был лаз. Вот это, ну, типа для стелса специально сделанный. Так, а я точно не могу туда забраться? Вообще никак, да? Да ладно. Могу. Ха-ха. Ха-ха-ха, только зачем? Вот вопрос. О, я могу здесь стоять. Посмотреть с этого ракурса. Ай-яй-яй, ай-яй-яй. Да что ж такое? Не, ну там вряд ли что-то было. Что там может вообще быть? Вот и я об этом подумал. Ладно, спускаться надо вниз, на самом деле.
Где здесь побезопасней? Ой, 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 как тут все плохо. Тут есть рычаг. И открывается решетка. Есть рычаг. Рычаг, ты для чего нужен-то? А был ли тут рычаг? А, да. Он открывает здесь решеточку. Ха, секретка-то открыта. Обратите внимание. Секреточка-то открыта. То есть она не заморочена так, да? И что тут еще? Все? Да, секретка упрощена. Нет, не нужен никакой стелс на время, чтобы успеть. Я хочу получше побегать здесь, посмотреть, вдруг что упущу. Но вроде ничего не вижу. Так, что тут слева, справа? Слева ракета. Окей, берем ракету. Наверху ничего нету. Справа патроны для ружья. И наверху ничего нету. Ползем дальше. Тут маленькая аптечка есть. Там бегает мужик. Отлично. Дверь открылась. Нате. Кстати, звук выстрела у дробовика, по-моему, тоже другой. Так, у мужика аптечка есть. По-моему, это зона 51, да? Так, а что у нас здесь? Ага, здесь дверь есть. Там маленькая аптечка. Слышь ты, хрен. Тебе чё, блин? Там маленькая аптечка, а там что тогда? Тут есть лаз. Нет, да, давайте туда сгоняем. Кстати, мне кажется, ли Лара немного не так бежит? А, мужик, выпускаем его из камеры. Так, берем тут большую аптечку. Так, а здесь есть лаз. Лаз. А что еще есть? Пулемет. И тут пулемет. Он нам не нужен. Как бы, да? Иначе я сдохну нахрен. Нет, давайте используем лаз. Тут есть большая аптечка. Тут есть патроны для ружья. Так, и куда я попаду сейчас? А чё всё снежное какое-то?
Вау, это я зря сделал. Лежать. Чё там такое? Мужик стоит. И палит меня, палит. Чё тебе надо, мужик? Да, звуки у Лары с каким-то японским уклоном. Так, что у нас здесь? Опять-таки пулеметы. Есть кнопка. Ага. А здесь точно не пройти? Ну, тут стоит пулемет определенно. Так, и мы продолжаем. Мне, пока игра стояла на паузе, почему-то вернулось все на титульный экран. Мне пришлось переиграть до этого момента. Вот, нажимаем мы на кнопку. Что-то тут происходит. Да, вот тут пулемет. На этот раз у меня мужик погиб. Так, ну сюда мне не надо, определенно. Давайте возьмем, наверное, пистолеты лучше. Так, и тут у нас впереди дверь, но мы туда не попадем. Мы сюда не попадем, надо эту дверь открывать по-другому. Так, у мужика маленькая аптечка есть. У тебя что-то есть? Нету? А, тут у нас есть решетка и камера. Угу. Видимо, нам вот так вот надо будет выбираться, а дверь на закрылась. Так, опускаем здесь рычаг тогда. Открывается здесь вот у нас решетка. Ползем вперед. Так, что у нас тут такое? Ага, есть вариант, куда ползти. Ракурс совсем не измененный. Так, а мы не можем вперед ползти, потому что это скат. Да, это похоже скат. Поэтому ползем сюда. Вот здесь у нас лазеры, 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 лазеры. И нам по-любому бежать через них, да, получается? Да, вот та самая дверь. Вот те самые лазеры. Давайте получше посмотрим. Может, я что-то пропустил? Но, по-моему, нет. Да, вот такой вот ракурс. Нет, ничего я не пропустил. Давай, Лар, назад отползаем. Значит, бежим на пофиг через эти лазеры. А, они подняли тревогу. Так, ничего не вижу. Да, вот здесь поднялась тревога. Поднимаемся выше. Куда мы уже прошли? Угу. Два варианта, лево или вправо. О, гранатомет есть. Тут есть гранатометик.
Я помню эту комнату. Чем я смогу здесь побегать еще? Довольно-таки длинная такая демка. На самом деле я не уверен, что мне сейчас сюда надо идти, потому что у меня еще многого и нету. Так, аккуратно, лазер зеленый. А то начнут по мне пулеметы как стрелять. Нас интересует вот эта вот лестница. Кстати, вот эта вот штука. А, ну да. Она там и была в оригинале. В финальной версии, я имею в виду. Так, а здесь у нас что? Здесь что-то с ракурсом. Что здесь? Лара, ну-ка посмотри внимательно. Ну я что-то ничего тут не вижу. Ладно, пойдем с другой стороны посмотрим. Ап, стоп, стопе, 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 стопе. А, тут то же самое, да? Ой. Ой-ой-ой, я сюда забрался. Как так? Меня здесь быть не должно. Сейчас все ушатает меня. А, то есть я могу сломать эту чертову систему, да? Немножечко. Так вот. Совсем чуть-чуть. Ладно, давайте перепрыгнем через эти лазеры. Здесь нужен был загрузочный диск. Вот сюда как раз. Но у нас его сейчас нету. Да. Тогда забираемся наверх. Здесь у нас кран. А тут у нас была секретка, между прочим. Вот здесь вот решеточка была. Сейчас секретки нету. Там лежат патроны. Рановато я сюда пришел, на самом деле. Давайте в ту часть уровня сходим. Да, довольно-таки длинная. Неужели целиком весь уровень дает проходить? Так, сходим сюда мы тогда. Это уровень, где ракета запускается. Да, это тот самый уровень. Давайте аккуратно пройдем лучше. Да, вот та самая ракета. Ха. Куда же мне надо-то сейчас? На лестницу, что ли? Да я вот не думаю. Выше я могу подняться, разве? Не могу же. Нет, могу. Ой-ой-ой-ой-ой. Это как так? А чего тут у нас такое? Да ну нафиг, блин, там аптечка лежит, я не знаю, как ее взять. Ну вот я в самом низу. У меня, кстати, закончились флееры. Вот ракета. А, тут еще одна лестница есть, тут есть проход.
Давайте попробуем сюда пройти. Камера как-то выбешивает немного. Так, тут есть дырка. А впереди у нас еще проход. Вот сюда нужен ключ. Ключ нужен сюда. Блин, вы что, смеетесь, что ли? Нет, если я это не пройду нормальным путем, если я сейчас сдохну, это будет очень печально просто. Я просто помню, что эти уровни, они жесткие довольно-таки. Так, рычаг. Он открывает дверь. Что у нас здесь? Ой, а это я вообще... А, вот здесь у нас ракета-то и запускается. Вот сюда нужна карточка. Потом открыть кнопку. И надо будет сюда успеть, типа, забежать. Угу. Значит, сюда мне сейчас точно не надо. Ой. Ой-ой-ой. Ой-ой-ой, игра. Будь адекватней. Так, ну окей. Куда же мне тогда? Здесь тоже закрыто. Значит, мне на эту лестницу, да? Мне надо найти ключ. Наверное, у мужика у этого. Выше есть еще проход, но там пока закрыто. Хотя, зная эти решетки, может там и... Так, мы взяли загрузочный диск. А-а-а, вот оно что. Так, а что у нас? Я туда точно никак не попаду на самый верх. Игра, ты в этом уверена? Игра в этом уверена. Дальше она меня не пускает. Опа, она. Сломали систему нахрен. Но зачем? Так я уже попаду в самый конец уровня. Между прочим. Таким вот образом. Тут большая аптечка есть, да. Чтобы ее взять, конечно. Тут есть еще люк. Забираемся наверх. Я опять сломал всю систему нахрен. И оказался там, где меня быть никак не должно. Хотя выбраться довольно-таки трудно будет. Так, тут есть рычаг. Мы открыли дверь. Неужели целиком весь уровень доступен? Тут лазеры. А, тут лазеры. Понятно. Эх. Баги, 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 баги. Так, а тут есть сетка. А, мы можем обратно спуститься вниз? Не можем. Мы упадем и разобьемся. Нахрен. Я даже туда не прыгну, потому что я разобьюсь. Ладно, тогда с квиксейвами потом пройдем уровень полностью, а сейчас пока просто дойдем, пользуясь вот этим вот сломом системы нахрен. Тут лазер. Его надо перепрыгнуть.
Вау. Там, может быть, что-то было, да? Тут есть гранаты. Для Grenade Launcher. Если там что-то и было, то я без флееров вообще ничего не увижу в этой темноте. Идем мы дальше. А, мы забираемся на крышу уже. Ах ты, козлина, ты как в меня попал? Да, я сломал этот уровень, потому что здесь был баг. Ух, колючая проволока. Ее вроде не было в оригинале-то. Забор тоже мне не нравится совсем. А что тут надо сделать, игра? Нужно лезть на сетку, да? Тут что-то есть, да, видимо? У мужика, да? А, тут уже была дверь. Тут была дверь. Вроде бы, в финальной версии игры. Сейчас тут ничего нету. Не, ну, через забор я не перемахну, это явно. Назад я тоже никак не вернусь. Это явно. Водичка. А что нам не даст? Ну, короче говоря, давайте завершим этот левел. Ну, это типа смерть была же, да? Или это загрузка? Ну все, закон. Ладно, я благодарю вас всех за внимание. С вами был Каиса. Всем удачи. И я все-таки еще раз поиграю в этот уровень, но на другом эмуляторе, чтобы посмотреть все места с вами. Пока-пока.